Я расскажу о том, как конвертировать шрифты Devanagari. Значит, из устаревших шрифтов в современные юникодные, из Devanagari в Translit, из Translit в Devanagari, разные направления. Итак, если вы когда-либо попадали на сайт Натальи Павловны Лихушиной, моего учителя по санскриту, то вы наверняка сталкивались с тем, что возникают проблемы со шрифтами. Значит, помимо учебника санскрита, есть Бюллер, Апте, недавно появился конспект гибридного санскрита и учебный словарь. Вот эти все файлы и также тексты набраны в кодировке, которая весьма устарела. Итак, берем, например, вот текст Devanagari. Он набран, значит, в устаревшей кодировке. И к нему применен шрифт Sanskrit 1.2. И если мы применим любой другой шрифт, мы увидим, что на самом деле стоит за этим текстом. То есть это к определенным латинским буквам присвоены определенные графемы Devanagari. Это не чистый шрифт Devanagari, поэтому если мы его перенесем, он превратится в такую абракадабру. Вот. И только в шрифтах 15-летней давности, самый популярный шрифт это Sanskrit 1.2, Sanskrit 99 также, вот отображается, значит, Devanagari. Итак, значит, это одна проблема. Другая проблема – это шрифт Times New Indologicu. Об этом сейчас не будем, хотя проблемы похожие. То есть это не Unicode, это устаревшая кодировка, от которой по-хорошему надо было бы избавиться. Итак, теперь поговорим о Devanagari. Значит, есть разные способы борьбы с этим. Самый простой – это конвертация в текстовом редакторе. Есть конвертеры внутри Word'а, но именно чтобы достать текст из устаревшей кодировки Sanskrit 1.2, удобнее пользоваться текстовым редактором. Значит, скачали мы с сайта Натальи Павловны Лихушиной исходные вордовские файлы. Исходные вордовские файлы. Не PDF, а именно вордовские файлы. Значит, заходим на сайт, на мой сайт, посвященный санскриту. И есть страница «Конвертер Devanagari». Так выглядит, собственно, сам код этого конвертера, часть кода. Значит, нам потребуется программа M-Editor, ее можно скачать здесь. Нам потребуются сами конвертеры, их надо скачать здесь. Они у меня уже скачаны. Вот все эти файлы, это JavaScript-ные файлы, WebEE, это значит формат, с которым работает программа M-Editor. Ну, откроем любой из них. То есть определенный набор замен очередность имеет значение. Так, значит, скачали конвертеры. Вот программа, значит, так, берем текст из файла Лихушиной, копируем его
скопируем его в M-Editor. Я конвертеры вынес себе в панель, но если они не вынесены, то мы делаем так. Запоминаем путь сюда. Downloads Transconverters. И выбираем в меню пункт Macros. Select. И выбираем Sanskrit 1.2 to Unicode. Macros run Sanskrit 1.2 to Unicode. Все, получили чистые, правильные Devanagari. Надо быть осторожным, потому что в M-Editor неправильно отображаются Devanagari. То есть, если вы захотите что-то удалить, то это не так-то просто, потому что... Видите, я нажал здесь, а удаляется не то, что, например, я мог предположить. Или... То есть идет некоторое смещение. То есть надо это учитывать. Надо быть осторожным, если хотите внутри самого M-Editor править. Значит, получился чистый девонагарский текст. Если его скопировать... Яндекс, в смысле в Google, то можно найти уже, уже можно что-то искать. Уже можно искать, потому что по тексту в старой кодировке, устаревшей кодировке найти ничего невозможно. Это просто красивый орнамент, не более того. Итак, из Devanagari мы можем получить с помощью Dev2Trans латинскую транслитерацию. Можем получить запись SLP1, это для разных компьютерных вычислений удобная транслитерация. Можем обратно из SLP в IAST, из транслитерации в Devanagari, то есть возможности не ограничены. Вот программа M-Editor, в ней значит, раздел Macros. Макросы можно перенести в панель. И, собственно, все. Таким образом можно избавиться от устаревшей кодировки. Пожалуй, единственный человек, который до сих пор пользуется этой кодировкой, это Наталья Павловна Лихушина. Но так как ее файлы весьма распространены, то это полезно учитывать. Значит, вот у нас разные примеры того, как, куда, что можно сконвертировать. Таким способом можно перегонять текст из одного вида в другой. То есть это та задача, с которой вы постоянно будете сталкиваться, если будете работать с санскритом. Значит, можете найти по поиску на сайте samskrit.ru, введите Devanagari. Ну, собственно, вот Devanagari MS Word Converter. Это другой конвертер. Он удобен в Word. А если работать с большими объемами или с устаревшими кодировками Devanagari, то удобнее M-Editor. Пожалуй, все. Спасибо. До свидания.